Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRasset.info. Перед нами устройство Xiaomi Redmi Note 10S. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве включить геотеги в камере. Зачем они нужны и что они делают? Давайте зайдем в саму камеру. И в камере в правом верхнем углу нажмем на три палочки. Перейдем в настройки камеры нашего устройства, где нам нужно поставить галочку возле пункта «Сохранять место съемки». Что же теперь произойдет? Когда мы сделаем фотографию, откроем ее. Дальше в правом нижнем углу нажмем на три точки и выберем подробности. Мы можем увидеть... А нет, не можем увидеть, смотрите. У меня не сработала данная функция. Почему же? Потому что, возможно, у меня отключено местоположение на телефоне. Для этого мы дважды свайпаем вниз, находим пункт местоположения и включаем его. Это обязательно во время пользования местом съемки. Дальше опять перепроверяем пункт здесь. Сохранять место съемки. Видим, что и там место съемки включено. Делаем еще одну фотографию, уже вторую. И давайте проверим, сработало ли оно сейчас. Очень часто бывает, что нужно еще будет подождать. Не факт, что оно сейчас сработает. Но давайте проверим. Нажимаем подробности. О, да, и теперь у нас есть точное местоположение. Это улица, где я сейчас нахожусь. Я могу нажать сюда и просмотреть точное местоположение, где я в данный момент нахожусь. И точнее уже не где я нахожусь, а где я сделал фотографию. Таким образом, вы можете фотографировать в разных местах, а потом в любой момент проверить, где вы сделали какую-то фотографию. Мы же на этом моменте будем заканчивать. Больше видеороликов о данном устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания!